куда мы это, собственно, идем? Че ты? А сейчас я вообще не знаю, к монолиту. Они к монолиту. Кому идем? Прежде чем отправляться на рискованное и заведомо опасное мероприятие, хочется уточнить некоторые моменты. Вот ты, допустим, ты у нас как проводник, да, получается? Ну. Все, тогда ты проводник. Ты у нас вообще, в принципе, чем... Что будешь делать? Душа компании. Да, убивать людей. А по-моему, он ни хрена не умеет, кстати. Меньше всех умеет. Щеки вот. У тебя, конечно, щеки а мне кажется, он неплохо стреляет. Он только стрелять, наверное, умеет лучше всех. Как в зоне может такие щеки отрастить? Ладно, это момент, допустим, потом уже. Я чем буду заниматься? Это, знаешь, я до сих пор не могу въехать, какого хуя я тут делаю. Собственно, ты деньги зарабатываешь, братуха. А, точно, я деньги зарабатываю. Точно. А знаете, что я до этого делал? Я очнулся в ебучем контейнере, и я чувствовал себя счастливым. Потом мне расколотили ебло, и все опять пошло, как обычно. Так, все, мы обязанности распределили. Он проводник, ты нам песенки поешь. Вот этот братуха деньги зарабатывает, я стреляю. Тебя как звать-то? Ты такой человек творческий. Диктор у меня позывной, диктор. Диктор, ну у тебя в натуре голос, как у диктора. Приятно познакомиться, меня Никита Ковалев зовут. Никита, очень приятно, Никита. Меня вообще Александр тогда зовут, уж раз, ну, по имени. Кентафарик, слышишь? А! Тебя как звать-то? Имя, тихо, имя. Там что-то хрень. Максим Андреевич. Да люди там. Это... Они, походу, контрабанду увидели или что-то в этом роде. Так, ой, блядь, ты шо? Опа. Вы чё, раз... Тёлок там нету, если что. Позывные. 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 Ну чё, я первый. Ну, ну этот диктор, ёб. Это кто? Да, в ряд все стали. Позывные. Диктор. Все стали в ряд. А чё вы оружие-то достали? Монолит тут рядом гуляет. Вдруг вы фанатики. Позывные, я сказал. А мы чё, монолит, что ли? Позывные по одному. Твой позывной. Вот твой. Мой позывной диктор. Он украл бы, позывной. Он украл мой позывной. Твой позывной. На меня Никита Ковалев зовут. И ты вот это не надо сейчас. Пушечка на меня. Он украл мой позывной. Я сказал сразу свой позывной. Сука, позывной свой скажи. Кентафарик, ладно. Хули тогда пиздишь, бля. Сюда, сюда. Сэм, какого хера? Раздевайся, свай, блядь, наш смотр. Тихо. Не дает зона. Позакрывали, блядь. Здрасте. Давно не виделись. Как у вас дела? Мы сейчас на утро посматриваем. Встань, строй. Встань, строй, блядь. Еще раз получишь. Сдевайся. Уж заебался получать, правда. Куда не дел? Ой, бля. Монолит нахуй. Че монолит? Че монолит нахуй? Что такое монолит нахуй? Расскажи. Съебались отсюда. Куда? Уходите. Куда они убежали? Пошли, Максим, не останавливайся. Обошлись с нами. Да не надо с ними, блядь, не надо им зла желать. Кто это был-то, кстати? Долг. А, ну вот долг. Эти, да-да-да. Только я могу, чтобы слабых обижать. В натуре, нет тут слабых, а здесь все сильные духом. Разъебал бы их всех на своей гитаре по голове. В натуре. Блядь, гитара при мне, фух, слава богу. А вы куда бежите-то? Чё, а куда я бегу, сука? Ничего не понимаю. Иди за мной, парень. Давайте низину. Чё, давайте этот, ребят, куда ты побежал-то, ёпта, не обдуман. Это всё-таки как-никак место такое, непонятно. Короче, план. Берите самого отважного кентафарика кто-нибудь из вас, идите на второй этаж. Тот, кто останется, вместе со мной пойдет на первый. Да шо вы с этим, блядь? А чё мы ищем? Ёпта. Пиздец, блядь. Помянем. Мне что, тоже в эту хрень идти? Давай, давай. Не, кем? Он тут помрёт. Так он сдохнет здесь, фон, страшно. Пускай на улице стоит, там где фона нету, где мы стояли. Подальше отойди и стой, и жди. Хорошо. Блять, ну там что за, ерунда? Спрячьте оружие. Что за хуйня? Убери оружие или умрешь. Да ты чего орешь-то? Кто орёт-то, ёпта? Оружие или умрете? Убери, убери оружие. А я никого не вижу, я никого не боюсь пока что. Ну, она лишь не надо, лучше слушайся, а то были уже ситуации. Ну, она хорошо. Убери на всякий случай. Раз. Убери, да. Два. Да что, уже все убрали? Убрали, нормально. Три. Ну. Ух ты ж, блядь. Что за... Так, вы идите в задницу, блядь. Саймон, какого хера? Ты какую жопу нас завел? Ох ты ж, нихрена себе, я проснулся на таком мужике, вот это прикол.
Блядь, это не совпадение, блядь. А ты кто? Нахуй, блядь, стоите, я вообще в зуб не дуете, блядь. А ну нахуй оружие, блядь, возьмите, ёбаный пиздец. Мы тут в заднице какой-то ощутились, блядь. Понял, что какие-то голоса тут будут, еще чего. Думал, химера какая-нибудь будет максимум. И что, и идете, да, вот так вот прям спокойно? Ну тут можно прорваться сейчас, сейчас потихонечку. Ух ты ж, ничего себе. Дима, мы не должны были далеко от чуть-чуть. Сколько времени прошло? Да хрен его знает, а что, часы есть, что ли? А где мы вообще? Что? Ёбаный нахуй. Я охренею с этого вижу. Это где мы? Да это КПП, что ли, какой-то? Эй, уважаемый! Ой, блядь, уважаемый! Да какой это уважаемый? Чё это такое? Что ж происходит? Ой, блядь! Уважаемый, вы чего? Уважаемый! Уважаемый! Прекратите, уважаемый! Перевяжись, у тебя кровотечение. Бля, Максон, ты, конечно, красавчик, но по мне сука, это заработал. Тут в палатке, блядь. Не плачь, брат, все нормально будет. Братуха, все нормально будет, мне тоже их жалко. Ты чё тут, блядь, нюни распускаешь, чувак? Куда идти? Что делать? Какого хуя? Ё-моё. Давайте за мной. Чё-то мне кажется, бороде придется скотов продать, чтобы нам заплатить за это задание. Да я тебе отвечаю. А нам еще деньги за это дадут. Вы посмотрите, какая красотища, там, блядь. Впереди, в том направлении. Блядь. Вот его нахуй, блядь, побежали сюда. Я магазин не успеваю заряжать, какой-то херня. Ёб твою мать, блядь. Ну его нахуй, я что-то, пожалуй. А толку от того, что мы будем сидеть на жопе, никакого смысла. Ну его нахуй. Блять, давайте лучше отсюда уёбань забитым делать. Веди, ёб. Ну побежали, блять, кентафарик. Да он не сюда наш проводник. Блядь, куда там, у нас другой проводник. У нас другой проводник, блять. А ты, я блядь, пиздец. Я вообще, блядь, не понимаю. Ну вот, вы, видите, блять, проводник, ну, значит... Я блядь, сейчас заберусь в норку и буду побежали сидеть. Если вы думаете, что, блять, на жопе сидеть это адекватно, то вы ошибаетесь. Там впереди, блядь, трактор нахуй. Ёб, посмотрите. А чё за хуйня? Чуваки, я понял, где мы. Это же Клондайк артефакт. Но он неплохой, вроде. Про это мне и рассказывали, ё-моё. Чё делать? Если не считать зомби, то тут сейчас столько бабла нарубит. Ой, блин. А ну фу, а ну фу. Это что такое? Нет! Нет! Ай, блядь. Иди ко мне залезай. Ай, блядь. Ай, блядь. Да похуй на тебя, меня тяпнули, блядь. Ой, блядь. Ай, блядь. Все, пизда мне. Она мертва, блядь. Пацаны, еще мою машину, блядь. Шины нема. Сука. Сука. С тобой как? Меня надо перевязать ногу. Меня цапнули, блядь. Опа! Спасибо! Ты чё? Это чё за хуйня была? Ты кто, ебать? Вы не видели такого чувака в капюшоне? Так я в капюшоне, да. В черном капюшоне спрыгнул с самого верху, не видели? Таких приколов не покупаю. Эй! Так что, оно меня вылетит? Мужик, ты где? Этот артефакт. Во-во-во, здесь кто-то наверху хрень это была, блядь. Прыгнул на меня, блядь. Руки, ноги, блядь, расставил. Ух ты нахуй. Исчез, блядь. Кто? Я о том же говорю, блядь. Блядь. Слышу, а что тут? Тут нет? Да пошли нахер эти голоса. Зовет сюда, наверное. Зовет. Есть скалолазы какие-нибудь? Давай я тебя подсажу. Заберись на ковш. Залазь, блядь. Нет, ты давай залазь. Я за ним. У меня, блядь, двойка по скалолазам. У меня голова закружится. Давай ты лазай. Давай. Пацаны, блядь, у нас тут помощь ваша нужна. Да давай ты лезь, чё, я 100 раз так делал, давай. Садись. Ты садись. Давай. Да нет, ты давай. Блядь, кентафорик, блядь. Давай, забирайся, нам туда. Это знак, что надо туда забраться. Ты ваши знаки. Что там, что там? Смотри. Ты видишь? Видишь, что ты уебешь? Да, да ты чё? Смотри, блядь. Господи. Ёб твою мать, блядь. Хуй,
Похоже, нужно слазить отсюда, мне уже плохо становится. Ты будешь пробовать? Да там по-любому что-то есть. Ну, лазь, блядь, тогда давай. Ты залазь давай, блядь. Ладно, похуй, давай я попробую. Давай. Не, пизда. А, я живой. Все нормально. Нет, ну его нахрен. Не лезь туда. У нас упал кто-то, блядь. Кто там упал? Да не переживайте. Что не переживать? Чувак ёпнулся, блядь. Ёбаные волки, блядь. Ай, блядь. Что-то мне плохо, мужики, пиздец, я наебнулся, блядь, ударился в спину, расхуярился. Бля. Ай, Сзади, блядь, хрень какая-то. Проверь, что там. Надо туда прыгать. Блядь, блядь. Давай на камень, ножницы, бумага. Давай. Раз, два, три, камень. Ты проиграл, блядь. Не камень, я не прыгай, сделал, блядь. Вон. Да, бухер, ножницы, ёб, прыгай. Всё. У меня ножницы. Оно исчезло. Да, блядь, сука. Ну что там, блядь, камень, ножницы, бумага, блядь, ебанут. Мы рассуждали, как выйти, блядь. Нам пора съебываться, блядь. Ну куда идти? Хороший вопрос. Да мне кажется, вот в эту сторону. Мне как будто сюда манило что-то. Старик, побежали, блядь. Побежали. Тихо. Тут, блядь, красная херня наступит. Фу, блядь, чуть не наступил. Нужно проверить ее, потому что. Оп! Ой, блядь! Пиздец, блядь. Давай за мной след в след. Пиздец, дробовика лишился. А где наши товарищи? Пойдем посмотрим обратно. Вы что тут всю голову морочите, блядь? Они застряли, я видел в фильме, Они, короче, застряли, у них момент тысячу раз прокручивается, короче, понял? День какой момент? Ты ебанулся, что ли? Нормально. Чуваки, вы нашли выход? Чё, да, мы нашли выход. Где? Да вон туда по прямой топать, и все, нахрен, нормально, выход будет. Да. Вот туда, вот по прямой, да. Иди. Пошли. Так, а мы в другую сторону пойдем. Артефакт, походу, работает, отпускает или чуть-чуть. Да, пойдем. Мне сразу, знаешь, не очень понравились. Во. Ништяк. Вот это как будто бы намек. Че здесь? Ой, блядь! Дружок! Нет, он меня ударил! Нет, дружок! Меня течет кровь! Мне очень плохо. Ну, перевязывайся, блядь. Идем. Ай, блядь. Да ну нафиг. Алло, жмуры. Какие жмуры, блядь, мы живые, блядь. Вы где подевались, на? Да как где, выход искали, вы же сами нас позвали. А с этим хреном чего, ногу сломал. Да плохо меня. Ты палатки, я сомневаюсь, блядь, от выброса помогут. А может вот эта штука. Блядь, поможет. При тебе нахуй чувак спрыгнул, блядь, в плаще, блядь. И исчез нахуй вот тут, а тебе похер. В смысле, сюда что ли, кто-то прыгнул или что? Может только вот у тебя спрыгнул, а у нас нет? У меня он спрыгнул, да? Я не видел вот никого. Вот оттуда, сверху, вот сюда. Я никого не видел. Вот сюда прыгнул. Кто-нибудь может мне залить кровь? Вот тут у меня бакетик моей крови. Из меня вытекло много. Логично предположить, что на меня надо залить. Дай. Ну да. Твоя, блядь. Не твоя эта кровь, ты же сам говорил. Погода портится. Надо найти быстрее выход. Как бы не шел. Ой, смотри. Нет, шо? Блядь. Иди отсюда. Это то, о чем я думал. Опа. Что за хуйня? Очухал. Ё-моё, ты кровь. У тебя кровь, залечить его. Да ладно, похуй, я не такое переживал. Текает и вытекает из меня кровь. Ну не может же она бесконечно течь. Сейчас перевяжемся. У меня нет бинта. А у меня есть. Сейчас перевяжу меня по бырику. Раз. Блять, я ногу проколол. Бля, я последний бинт остался. Погнали к этому бородатому ублюдку. Куда идти-то? Ну этот борода, Наскадовск. Наскадовск нам идти. Блять, ну это безумно самый долго. Самый короткий путь, Наскадовск, нам туда. Ну давай еще, блять, монолит там не хватало. Чё такое монолит, блять? Ну это типа священники, крестьяне. Только они вот эту землю защищают. Вот там магическая какая-то штука у них. Ой, не несите чепуху. Ты чё, крови много потерял, что ли? Да не знаю я даже. Короче, наш проводник убежал вперед, блядь. Пошлите за ним. Меня надо перевязать срочно. Меня нечем перевязать. Ой, блядь. Я постараюсь не двигаться, чтобы кровь не выходила. У меня последний. Спаси меня. У меня ботинка как? Пизда. Да выброси, понятное все дело. Уже. Нет тебе твоих ботинок. Драгоценных. И как без ботинок?
Босичком. Чуваки, я бинты нашел. Ой, лейкопласт. Хватайте. А ну дай его сейчас на пяточку себе. Могу и побежали. Только не бегите по дороге, бегите по траве. Так в траве больше занозы. А так по дороге все видно. По дороге камни всякие. Чего стоишь? Галька. Хотя бы мягкая трава более-менее. Ну хорошо. Пока. Да стоит, что ты, идем уже все вместе. Как, чё ты, как себя чувствуешь, блядь? Охуенно. Да ты мне давай, опиши, какие у тебя там это... Чё болит, чё не болит? Ой, блядь, голова кружится, нахуй. В глазах темно, сука. Но в целом заебись. Я поэтому не помогу. Ты ладно, нахуй идём. Спрашиваешь, ты все равно у меня заебись, переживем. Я хочу подбодрить тебя. Короче, нам тупо вперед идти, все без вариантов. О, может, в доме засядем? О, слушайте, ботинки хорошие. А ну, Максим, ну-ка. Иди сюда, возьми, одень ботиночки. Да это ж я выкинул, какие нахуй ботиночки, блядь. Нет, это не твои, нет, одень. Тут сатана сам, блядь, как будто. Ну, пацаны, стоят ботинки брать или нет? Что за хуйня, блядь? Не, я возьму. Ну, возьми, блядь, возьми. Это незаминированный, блядь. О, слушай, здесь еще есть, на, возьми. Да вы что, ебанулись, что ли? Как кто ботинки, нахуй, нормальные ставит? Да там иголок, нахуй, натыкались с этих, с заразных, блядь. Посмотри, нормальные ботинки. Че прикол, блядь. Да не, там наркоманы иголки, нахуй, воткнули свои спидозные. Это стопудово так и есть. Так. Давайте глянем. Лети, что ты там внутри? Реально, вытащи. Есть там что-то? Да, да, сейчас. Ботинки, ебать, на дороге. На, надевайте. Да вы что, прикалываетесь, пошли. Что ли? Какие нахуй? Вы сами подумайте. Мы сейчас спим, наверное. Ботинки в лесу, нахуй. Вы что, ебанулись, чуваки? Мы шли... Вот это совпадение, блядь. Вот это, сука, совпадение. Да ну нахуй такое? Посмотрите, это совпадение какое-то. Ну ты хватай тогда, блядь, если он не хочешь. Ну как хочешь. Пошли. Все, побрыгали отсюда, ёбаный. Темно уже, пиздец. Хочу домой обратно. А где диктор? Да, он делся. Ёбан. А, вот он. Все, здесь. Все, назад. Человек, иди ко мне. Чё за хуйня? Что? О. Какой живой? Помогите. Ты чё, с ума сошёл, что ли? Помогите. Помогите. Что? На меня напали. Что у меня до сих пор это? На меня напали. Никто на тебя не напал. Помогите никто мне. Никто не нападал. Помогите мне. Да что происходит? Почему везде психоли, это чёрта? Тут радиация помимо себя. Перевяжите меня, перевяжите меня. Да, тут радиация. Да, блядь, не стреляй, ты ёпт. Максим, иди сюда. Все, так, давайте как-нибудь обходить эту залупу. А у вас фильтр есть? Блять. Давай быстрее, быстрее. Беги вперед. Ой, бля. Ой, бля. Просто побежали. Забей на всю хуй. Живой, нет? Блядь. Вы что, ебанулись? Где? Давай, здесь. Сука, я. В каком смысле, где? Я живу две жизни. Вот так вот у меня такое ощущение. Сука, ну наконец-то я очухался. Отлежался, со мной все хорошо теперь. Теперь можно и побазарить. Нахуй пошел. Пойдем, не переживайте. Да, заебали, вырубили фонарик, блять, ничего не видно же. Все, в лес. Максим, в лес беги. Бегу в лес. Че ж ты? Походите, тут, сука, тут, ничего тупи. Не вижу. Сейчас все. Я так периодически типа. Типа дышу, понял? Да, блин, Максим, не глупи, не надо. Да я не глуплю, заебался. Бобик. Убивай. А, ну светить не надо, ну ладно, я понял. Да я боюсь кого-то из наших попасть. Шуги, по дороге бежит быстрее, там кто-то за нами по дороге бежит. Давайте ускоримся, ёбаный. Шуги, фонарь, нахуй. Вперёд, на голос. Блядь. Давайте, блядь. Я не знаю, где вперед, блядь. Да блядь. Я в воду забрел, сука, ну кто мне сказал фонарик выключить, блядь? Ты мне будешь ботинки теперь отцитировать, скотина. Выкинь эту хрень. Тебе сейчас жопу отстирают, парень, беги, блядь. Ну свети, блядь, ты палишь, где мы находимся? Ты, да кому мы палим, никого нету. Есть. Вот это монолит твой, который ты не понимал кто. Давай, бежим. Осторожно, если я сейчас фонарик не врублю, кто-то может сдохнуть. Вы где, ребята? Ребята! Иди сюда, иди на голос. Где ты там? А, вот ты, все, бежим. Пиздец, светить можно? Да заебали. Ёб, с дороги уходите все.
Неверные. Сдавайтесь. Нет, нет, кентуха, кентуха. А, похуй. Нет, 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 нет. Помогите. Помогите. Да иди ты нахуй. Иди нахуй. Нет, нет. Нет. Подожди, да, подожди. Сука. Помогите. Я сдаюсь, я сдаюсь. Да заебал ты, блядь. Убью сейчас нахуй. Да иди нахуй, косорылый, блядь. Петух ебаный, сука. У-у-у-у. Ворота, спасительные ворота. Я успею, я успею, я успею, я успею. Давай, беги, беги. Пошел нахуй, пошел нахуй. Последний остался. Давай, 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 давай. Помогите мне, помогите. Реанимируйте меня, реанимируйте меня, Господь. Половина времени, половина времени, половина. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Я живой. Идите нахуй. И блевать, да, заебись. Все, у толчка проснулся и все. Занято. Занято. Да похуй. А ну-ка, кто ты, блядь? Кто я, блядь? Позывной, блядь. Максим Андреевич. Позывной. Че позывной, ебать? Я дай я доделаю свои дела. Да блядь, где, блядь, этот хуй? Ну, кентофарик, я, ну и че? О, блядь, кентофарик, блядь. Ты куда дел друга своего? Какого друга, блядь? Как он, каша или как? Какой ебать? Ну этот, который тебя целовал. Я же, блядь, в ходку с тобой ходил, хохлом и этим, блядь. Глиной или как он там. Нахуй его, конечно, там сожрали где-то, разорвали, да. Все, его уже больше ты не будет. Блядь, кента подставил, блядь. Давай, блядь, отстань, дай дела свои доделай. Это, слышишь? Подожди, да подожди две секунды. А есть этот у тебя, есть обойма? Иди нахуй, я дай дела свои доделаю. Ты к папе ворвись вот так вот в туалетную комнату, когда он, блядь, дела свои делает. Пизды получишь, опездал. Иди отсюда, нахуй. Я получал, ну сам, блядь, пидор. Бумагу пидор принеси. Пошел, пизду. На, блядь. Давай. Ой, блядь, извините. Я не знал, что здесь занят. Да, здесь занят. Я говорю, что случилось? Куда вы делись? Ты и вот тот хренов проводник. Забыл, что ли? Вот это мы бегали. Дай пахану посрать, блядь. Че, ебанулся, что ли? Блядь, что дай ему посрать. А может ты пошел нахуй? Ебать, ты че? Дай ему посрать, блядь. Блядь, человек отвлекает. У нас с ним деловой разговор, а тебе вообще. Человеку, блядь, мешаете. Дурачок, блядь. Иди Максим Андреевич, возьмите, блядь, бумагу. Вот ваша бумага, Максим Андреевич. Ну-ну-ну, беру, беру. Вот, дурачок, что ли? Выкинь эту хуйню вообще. Я, блядь, две сотки должен. На тебе 2000, успокойся. Ой, блядь! Спасибо. Максим, ну, началось, извините, блядь. Ваши 200 рублей были выкинуты. Занято я. О, дедов, здорово. Вот виноваты во всем этом деле. Тусовка, блядь. Ой, блядь. Чего вы тут все делаете? Шли и смотрите, как он срет, или что тут закопается? Чел, блядь. Так, штаны срёшь, что ты делаешь? Да я не знаю, может он в штанах срёт. Выйди из парашу, давай. Короче... Диктор, что делать, ёпта, будешь? Я, наверное, мне надо прийти в себя, блядь. А чё здесь за бардак? Охуел, что ли? Ёб твою мать, блядь. Диктор, а ну давай врубай нахуй гитару, ебать. О нашем сегодняшнем приключении. Говёном, блядь. Иди в жопу, ёб. Чё все тут стали, ёб? Представьте, что я ваш отец. Представьте каждый своего отца. И как вы заходите к нему в туалет. Да вам пизда была бы. Пустите меня, пусти её. А нахуй ты в туалете просто так. Месяц, 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 месяц глину кентофарик, сидя на параше.
Месяц глину заебал. За сегодняшний день так много подвига гав-гав-гав совершил он. А теперь он месит глину, кентафарик заебал. Прыгнули мы в непонятные, блять, ебеня. Там кентафарик прыгнул сверху. Сломал себе он ногу, или это был не ты? Нет, это был не я, давай по новой. Да и похуй, что не ты, но ты пиздец, блять, окунь. Заебал ты в обморок падать. Заебались мы тебя поднимать, кентафарик. Ну пиздец, блять. Почему, почему так бывает? Почему вокруг суета? Потому почему? Что кентафарик точно-точно знает, знает. Маленький гадкий червяк Степа, Степа, Степан проклянул кентафарика нахер. Блять, рифма только одна, но оскорблять кентафарика нельзя. Или можно? Так, короче. Чтобы порчу от себя отвести, возвращайся на парашу, кентафарик. Продолжай ты глину месить. Блять, я пошел спать. Короче, спасибо. Ладно. Нету музы. Заебись. Спасибо тебе. До свидания. Уважаемые товарищи, мы собрались здесь с вами для того, чтобы лицезреть отбытие на внеземную орбиту данного человека. Ставьте лайки. Его... Чё, блядь? Ну вон, я, видишь, что делал? Это у американцев так называется. Отдать честь Серову. Короче. Отдать честь всем. Все честь отдали. Честь, уважение проявите. Хоть малейшую честь проявите. Смывайся, ёб. Каждый раз вы так провожали, блядь. Прощай. Пока, всем пока. Пока. Давай, прощай.